Хищник – агрессивное и опасное существо. Как дрессировщику удается подавлять их и заставлять выполнять трюки? Вероника Сорокина, город Магадан. Вот у меня хищник, видите? А как мне удастся его подавить? Наверное, вот так. Я подавил немножко хищника. Но, может, я что-то не так сделал? Давайте спросим у Татьяны Герасимовой. Она расскажет, как это делают профессионалы, а я буду подавливать немножко ХЗ. Мне самой всегда было так интересно, как же можно воспитывать, укрощать и вообще находиться в одной клетке вот с таким диким зверем. Но для того, чтобы начинать отвечать на ваш вопрос, мне сначала нужно выпустить тигров на манеж. Так, Сома, выходи. Выходи, малыш. Умница. Друзья, как вы уже догадались, я нахожусь в цирке на Цветном бульваре в гостях у лучших российских дрессировщиков диких зверей Андрея и Натальи Широкаловых. И вот тут вот мы с вами узнаем, как они воспитывают своих диких зверей. Именно воспитывают. Они подавляют, не пугают и не заставляют. Это абсолютно запрещено. Всех этих тигров, леопардов и пантер воспитывают с молодых ногтей. Ап, скорей. Ап. Давай, давай, что ты смотришь? Ап. Хочу вам сразу сказать, что все байки о том, что животные такие послушные под действием допинга и успокаивающих лекарств, это полная ложь. Ни один уважающий себя дрессировщик не позволит себе применять такие методы. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, это плохо отразится на результатах тренировок. Ну и самое главное, это очень вредно для зверей. Есть два самых важных правила, которые всегда нужно помнить во время дрессировки диких животных. Во-первых, ни в коем случае нельзя их бояться. Если дрессировщик начинает бояться собственных животных, то ему просто-напросто приходится расстаться с этой профессией. Вместо страха у него всегда должно быть чувство самосохранения. Это, согласитесь, разные вещи. Друзья, леопарды и пантера уходят, а тигры остаются. И сейчас я попробую зайти к ним в гости в клетку. Тигров я как-то меньше боюсь. Там мы проверим второе важное правило дрессировщика диких зверей. Итак, второе самое главное правило дрессировщика. Зверей нужно уважать и держать дистанцию. Правда, с дистанции есть исключения. Когда дрессировщик целуется со зверем, теребит его морду или кладет ему голову в пасть. Это происходит тогда, когда зверь уже долго работает именно с этим дрессировщиком. И нрав у зверя, располагающий к тесной работе. Но все равно артист, в сотый раз уже подходя к давно знакомому тигру, с которым много-много раз делал этот трюк, рискует. Потому что живое существо – это живое существо. Меня еще пока не слушаются. Тигры меня не слушаются. Ау. 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 Кирочка. Ау. 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 Третье правило. Обязательно нужно поощрять своих зверей после того, как они сделали номер правильно. Хорошо идет. Вы знаете, мне так понравилось общаться с тиграми, особенно с Сёмой, что я решила с ним не расставаться. Спасибо вам за вопрос. Увидимся. Хочу знать. Пока.